Какое мой вакеро? Случайно развязал войну? Насилие следует за тобой по пятам, да? Вообще-то ты не со мной договаривалась, а с ними. Вот в этом и заключается твоя ошибка. Ты знала про третью ракету? Я их и не считала. Есть же подручные. Она врет. Где Гасан? Где еще одна ракета? В Чикаго. Что происходит? Я обещала сказать, где он, а не удержать его. Ах ты, скорпионий отродье! Я предупреждал, что так будет! У меня бизнес, сеньорес. Каждый за себя. Таков наш мир. Теперь ты тоже мишень. Нет. Ваша мишень в Чикаго. А сейчас проваливайте из Лос-Альмоса, пендехус, пафуэра. Ну, пока. Она твоя. Но мы вернемся. Я буду ждать. Пора. Давай, двигай. Стоп, готовь транспорт и звони Ласвелл. Гасан и ракета в Чикаго. Сегодня в Лос-Альмосе будет тихо. Через сутки я буду на свободе. Чего не скажешь о вас, вакерус. Тебя прикончат за твои дела. Только важны не мои дела, а что из них можно доказать. Ну, вам пора. Удачи в боях, Эрману. Мы не сдадимся, брат. Счастливо. Гоуз! Нодебьерда со Скорнадо! Ауэва! Эльсином рассказал, что третью ракету протащили в Штаты через порт Чикаго. Ее везет Гасан с боевиками Алькаталы. Где она сейчас и куда нацелена, мы пока не знаем. Но мы знаем, что Гасана доставили в здание эффективной компании Лос-Альмоса в центре Чикаго. Полиция оцепила улицы вокруг здания. Им было сказано про контейнер с украденным оружием, а про ракету они ничего не знают. Мы считаем, что Гасан засел в укрепленной серверной на 54-м этаже небоскреба. Я буду внизу искать ракету. Мы с морпехами высадимся на реке Чикаго и подойдем к цели пешком. Я засяду с пушкой в наблюдательном пункте, напротив цели. На крышу здания с Гасаном отправим два вертолета. На одном будут морпехи, на другом мы с Соупом. Пока Гас и морпехи идут на штурм снизу, Прайс и Соуп будут спускаться. Задача Соупа — найти этаж с серверами и захватить Гасана. Наша основная задача — найти и остановить ракету. Но у вас есть разрешение на ликвидацию Гасана.